Всем привет, дорогие друзья, с вами Богатырь ВТО, и сегодня я решил записать открытие контейнеров, потому что я их вообще не открывал, просто копил, как бы накопил обычных контейнеров 39 штук. Конечно же, это очень хорошо, то что не 40, потому что, ну, я думаю, вы меня понимаете, почему 40, это, ну, как бы не очень хорошее число. Ладно, далее я накопил еще, не накопил, а как бы получил один скин-контейнер с челленджа, поэтому его тоже открою, с челленджа июльского, первого июльского челленджа, не со второго уже, а как бы его просто оставил, вообще не открывал. Также его тоже открою. Ну и 12 недельных контейнеров, это я просто уже давно вообще не открывал, с еженедельных заданий. Кстати, еще, наверное, получу один контейнер с еженедельных же вот этих вот заданий, как бы, наверное, в конце дня, потому что сейчас нет времени его выполнять, ну, как бы те задания выполнять, поэтому, наверное, в конце видеоролика также вставлю этот фрагмент, когда открою один контейнер обычный. Ну, давайте начнем с недельных контейнеров, что-то они у меня не открываются, это понятно, как обычно, меня просто вот бесит то, что он вот так вот залагивает, как бы, смотрите, мне кристаллы не прибавились и контейнеров нет. Так, я перезашел, давайте будем открывать эти 12 недельных контейнеров, 36 танкоинов выпадет, скорее всего, ну да, 36 тысяч кристаллов, значит, 36 танкоинов. Ну, по 720 нары, в принципе, нормально мне сейчас, хотя нары есть. Так, аптек, вот аптеки самое главное это. Ну и батарейки тоже нужны, танкоинов выпадает 36, да, ведь, как я и говорил. Окей, ну, в принципе, неплохой дроп, вот это самое главное, то, что там важно, наверное, для меня, это... конечно же, припасы, вот потому что они все время кончаются, их нужно больше и больше. Ну ладно, давайте будем сейчас открывать, наверное, по одному 19 пока что контейнеров. Сегодня, кстати, еще 19 число. Так, первый упадает 10 тысяч кристаллов, второй 3500. Давайте как-то вот так быстро будем открывать сразу. Третий, ДДшки. Четвертый. 125 мин. Блин, что-то вообще пока что ничего не падает. Пятый. ДНДшки опять. Шестой. Синий сечение 25 тысяч кристаллов. Ну, хотя бы кристаллы выпали. ДАшки теперь. Блин, вообще ничего не выпадает. 10 тысяч кристаллов. Вообще вот просто же фиолетового нету из 10 контейнеров. Ну, пока то что. 9. 10 дней према. 10 дней према. А стоп, я сейчас челлендж вообще не набиваю, но вот сейчас я, наверное, буду набивать. Напишите в комментариях, вот набивать челлендж или нет. Я, конечно, не знаю, даже вообще просто не думал даже набивать этот челлендж. Сейчас просто здесь еще 250 всех припасов выпало. Ну, припасы, как я говорил, уже точно нужны, поэтому это неплохо. Ладно, погнали дальше. Так, 3500, что-то все белое падает. Так, еще 5 контейнеров. Это 625 тысяч кристаллов опять. И еще 5 контейнеров. Опять синий, краска тигр. Блин, вообще, вот, ну почему только синий? Почему не даже фиолетового, там, золотого такой вот? 10 тысяч. Так, снимки, блин. Самое ненужное. 125 двойного урона. Кстати, сейчас 200... О, как раз кристаллы выпали, 3500. 200к теперь у меня. Ну, сейчас давайте, наверное, будем по 5 открывать, потому что 15 я не хочу, даже один раз открывал, какая-то фигня выпала. Так, белое и белое. Ну, конечно, вообще, вот, замечательно просто. Еще раз 5 открываем. Защита и урон. Блин, вот одна нара падает, и я, ну, я не против, если честно, я не против, но хотя бы синий, ладно. Я вообще ожидал что-нибудь хотя бы золотое свечение, вот, хотя бы из 40 контейнеров, почти. Синяя, краска нано. Вот эта вот краска вообще красивая, серьезно. Вот она прикольная, я даже сейчас, наверное, одену ее потом. Буду кататься в ней специально еще. Вот мне... Я, кстати, только что в гараже листал ее вот видел. И она сейчас выпала. Так, 3500. ДАшки, Х2. Минки. 25 тысяч кристаллов, и все. Это был последний контейнер. Далее, наверное, будем открывать, короче, скин контейнер. Я его получил за июльский челлендж первый. Так, и выпадает. Выпадает Мамонт Легаси.
Ну, вот то, что Мамонт, это, конечно же, не очень то, что я на нем не играю. А вот то, что Легаси, это, конечно же, круто. Потому что вот Легаси, это мой самый любимый такой скин. Прям старые вот эти. Мне очень нравятся они. Ладно, давайте сейчас, конечно же, примерять этот Мамонт Легаси. Так, думает очень долго. А, нет, быстро загрузился. Так, а, кстати, у меня еще утяжелитель конструкции есть. Нет, ну, на Мамонт. Давайте на Легаси, потому что у него он Легаси. Так. Ну, смотрите, вот Мамонт, он на нем вообще прикольно примерять все краски, потому что у него как бы краску вообще хорошо видать. У него он еще сам по себе такой большой, и как бы все места такие открытые, то есть краску видно со всех сторон, как бы. Не знаю, поняли или нет. Ну, прикольно, прикольно, конечно же. Давайте лучше поменяем все равно краску на какую-нибудь, не знаю, старую. И, кстати, давайте нано лучше примерим. Нано, где оно? На самом конце или на самом верху? Нет. Вот нано надо тоже примерить обязательно, блин. А, стоп, вот. О, смотрите, просто как прикольно смотрится, реально. Обалдеть. Так, ребят, я тут повыполнял заданки. В общем, давайте открывать этот контейнер за отдельной миссией. Нам подать синее свечение 150 батареек. Ребят, как я и обещал в последнем видеоролике, сказал то, что я расскажу вообще, почему не было так долго видосов. Я как бы знаю, я бы их с радостью как бы выпускал. Но вот вы видите сейчас на экране своем такой рисунок. Я думаю, некоторые меня понимают, то что в группе ВКонтакте был конкурс «Раскрасить танк». И как бы можно было его раскрашивать графически, то есть в графическом редакторе, либо же от руки нарисовать там карандашами или еще чем-нибудь. Я, в общем-то, тоже решил попробовать и начал как бы немного позднее, чем вообще люди начали с самого начала конкурса. Я думал, типа, успею, но, к сожалению, не успевал, и поэтому просто все свободное время тратил только на этот долбанный рисунок. Долбанный, потому что я уже как бы знаю, какое место занял. Вот сейчас контейнер, в общем-то, получил за свое такое поощрительное место. В общем-то, я не занял какое призовое место. Я думаю, сам виноват в этом, потому что я как бы не контролировал свое время. То есть начал, как я еще раз говорил, поздно начал уже делать его. Поэтому я просто тупо не успел его нормально раскрасить. Я вот все там, этот забор, вот, как вам сказать, даже не знаю, все остальные участки, вот, я все раскрасил нормально. А вот именно танки и тени, вот это самые главные ошибки. Просто самое тупое, что у меня вышло. Мне даже самому не нравилось, но я не мог как бы уже ничего сделать. Просто время уже заканчивалось, и мне пришлось прям так же отдавать этот рисунок, то есть показывать его, загружать все уже, я ничего не смог бы сделать. Даже вот в последний день, 19 числа, я просто сел как бы днем, уже сидел, только и делал этот рисунок. И вот прям вот до вечера, до 18:00 только и рисовал. Вот именно вот танки у меня остались и тени. Вот танки я за пару часов там раскрасил, быстро-быстро, очень прям в темпе. А тени за пару минут, можно даже сказать, там минут 20-30 вот просто прошло, я вот так раз-раз-раз просто накидал все. Я вот просто реально, когда вот пришли уже результаты, я, если честно, прям обиделся. Но обиделся я не на то, что на жюри, вот то, что они так неправильно выбрали, то, что меня вообще никак призовое место не внесли, а обиделся на то, что у меня не хватило тупо времени. Я вот, честно говорю, я бы успел нормально все красиво раскрасить, но, опять же, вот сколько раз уже повторяюсь, просто не хватило времени. В общем-то, я получил 5 контейнеров и 10 тысяч кристаллов. Это поощрительные призы за этот рисунок. Ну, давайте будем открывать 5 контейнеров, посмотрим, ради чего я так долго старался. Дашки. Окей. 10 тысяч кристаллов. Ну, хотя бы зеленое свечение, может, потому что только белое было бы. 5 дашки. 250, короче, дашек. 20 тысяч кристаллов. А, 325 уже. Ой, 375, извиняюсь. Короче, 375 ДАшек и... Сколько было? 23... Ой, стоп, не два раза. Блин, я уже запутался. Короче, 23 500 кристаллов и 375 ДАшек. Вот ради чего я так долго старался, боролся за этот долбанный рисунок. Ну, не боролся, в смысле, рисовал его просто столько времени, вы просто не поверите, наверное, если в часах это сказать, около 24 часов, наверное, больше, вот, серьезно.
Я потому что первый раз вообще рисовал такой рисунок, как бы я вот вообще в Photoshop зашел в этом году первый раз, потому что я заходил один раз на Хэллоуин, тоже рисовал рисунок, если бы такой, ну, если бы я тот рисунок нашел бы, то в графическом редакторе делал, я бы, конечно, сейчас показал, но я сколько искал, не нашел, короче, нигде его. В общем-то, вот и подошло это открытие контейнера к концу, надеюсь, оно тебе понравилось. Также хотел бы сказать то, что, ну, попросите вас, чтобы вы написали в комментариях, как бы, оценку этому рисунку, вообще, как вам понравилось, от 1 до 10, пожалуйста, оцените и напишите какие-нибудь ошибки, чтобы я, как бы, на них учился, как бы, их исправлял. Ну, а также в этом видеоролике я устраиваю конкурс на 3 контейнера, все условия очень простые, это нужно подписаться на канал, поставить лайк и, конечно же, написать комментарий со своим ником. Итоги в следующем видеоролике, вот победители с прошлого видеоролика, им нужно отписаться мне в ВК, ссылка будет в описании. Ну, а так, всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика, всем желаю удачи, всем пока-пока.